Приднестровье предотвратили теракт. Подозреваемые задержаны и дают признательные показания. Как сообщили в Министерстве госбезопасности, преступление готовилось против ряда должностных лиц Приднестровья. Попутно десятки, а может и сотни жертв. Планировали убить как можно больше мирных жителей. Взрыв должен был произойти на днях. Начиненный взрывчаткой и поражающими элементами автомобиль должен был взорваться в центре Тирасполя. В случае осуществления теракта радиус поражения составил бы 400 метров. Расчет был сделан на массовую гибель людей. Фактически все было готово. Исполнитель ждал команду от организатора Службы безопасности Украины. Правоохранители республики задержали одного из участников с поличным. Об этом фильм расследования Следственного комитета. Его вчера показали в эфире Первого Приднестровского. Ссылку на фильм дали мы в сообществах Бендера-Инфо. Но уже к утру стало известно, YouTube фильм удалил с формулировкой «За нарушение правил в отношении оскорблений и угроз». На новость о предотвращенном в Приднестровье теракте отреагировали в Молдове. Там заявили, ничего не знают, информацию о подготовке теракта не подтверждают. Срежиссированной провокацией назвали происходящее в Украине. Другой информации от властей нет.